Колонна автомобилей готовится для выезда в город для подметания улиц. Они должны привести проезжую часть дорог в порядок. Работу экипажей контролирует начальник участка механизированной уборки. Машины должны будут сгрести остатки снега с проезжей части. Улицы все у нас обработаны реагентами песко-соляной смесью. Как видите, уже в городе лужи пошли. Сейчас остатки снега, снежной массы будут колонной сгребаться к бордюру. Затем начнется уборка и вывоз снега. Экипажи находятся на круглосуточном дежурстве, сменяя друг друга. Коммунальщики обязаны начать вооружаться сразу после того, как получат плохой прогноз. Для мониторинга за состоянием погоды используются камеры, установленные на перекрестках городских улиц. При необходимости техника выезжает в кратчайшие минуты, чтобы обработать опасные участки дорог от гололеда. Используются традиционные смеси. Это специальные противогололедные реагенты, которые распыляются. И песко-соляная традиционная смесь. Центральные улицы нашего города обрабатываются реагентами, все остальные улицы обрабатываются песко-соляной смесью. На данный момент в дежурном режиме в дирекции благоустройства города находится немало комбинированных автомобилей, а также песко-разбрызгиватели. У них впереди отвал, который сгребает снег, щетка, которая заметает, и сам так называемый рум, там, где находится реагент, либо песко-соляная смесь. Затем будут использоваться для вывоза снега самосвалы-погрузчики, снегоуборщики и самосвалы, в которые будет грузиться снег, который позже будет увезен на свалку. Кроме того, для вывоза снега задействованы 13 самосвалов подрядных организаций и экипаж, который будет заниматься подбором и вывозом снега. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».